И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть, как бы вы думали, конечно же, в Panzer. И я играю за танком. Давненько не играл, там были у меня записаны серии. Ну и за танкой я давненько уже в целом сам по себе не играл по-нормальному. Ну, мне как получалось, зашел, победил, серия получилась. И поэтому как бы немного навык потерял. Но в целом я могу сказать одно, у меня скоро будут наплечники. Эпические наплечники будут. Так что у меня в этом плане все очень даже неплохо. Так, погнали. Я смотрю, уже народ привык на заходе пить бутыль. Очень даже привыкли все. Так, посмотрим, что я тут могу сделать. Угу. Отлично. Я вышел в деф. Отлично. Давай сделаем так. Не хочешь бить? Зря, жаль. На тебе, скотина по хребтины. Ах ты ж нифига, вот тут уже цепешечки набили. Так, отлично. Ну, мы пока что в дефе, но толку от этого чутка маловато. Так, цепеху. Набил! Даже убийство совершил. А! Блин! Вот, как говорится, слона-то я и не приметил. Отлично, меня хил спас, и мне повезло, что меня не добили. Повезло или не повезло, тут сложно сказать, как бы, потому что, может быть, меня просто задефили, так конкретно прям задефили. Но в целом я могу сказать одно. Я жив, и это хорошо. Так. Так. Сейчас начну закидывать. Так, давайте бутылечки. Отлично. Капканчики вам. Так, пока что все отлично. Пошел вон отсюда. Такс. Так, стоять. Чутка фигово пока что у меня все это дело выходит, потому что... Так, стоять. Тихо. Я еще тут на дезинформации. Кстати, да, мне там написали в комментариях, типа... Я сейчас просто так вспомнил. 20 FPS, да ну нафиг, типа, иди на 90-е, переключайся. Я, кстати, задумался о том, чтобы переключиться на 90-е. Назад 90-е. И, кстати, не знаю, сейчас или не сейчас изменят... Но изменят графику на 90-х, графику у щита. На, вот так, по лбу. Отлично. Блинский, все собрал. Не успел бутыль выпить. Я сдох. Не успел бутыль выпить, черт побери. Сейчас из-за меня в точку срали. Из-за того, что я так затупил конкретно. Че, еще не встрали? Отлично. У меня есть возможность респаунуться? Нет. Ладно. Ладно, нормально. Сейчас все сделаем. Что можем придумать сейчас? Давайте подумаем. Так, давай. Опаньки. Так. На тебе, скотина, по хребту. Оп. Так, завалили. Говноеда. Я вроде бы словил картечь. Такс, отлично. Так, вроде бы всех раскидал.
кого мог. Но это все фигово. Так, прорваться-то я прорвался. О, да, я словил блоколом. А, но я не могу прорваться. Они хорошо застроились, прям конкретно хорошо застроились. На тебе по хребту напоследок. Такс. Я не знаю, что сделать. С другой стороны, та же самая история примерно будет. Так, отлично, 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 отлично. Так, спокойно, 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 без лишней паники. Сейчас все будет. Не словил. Отлично, и вот так вот это бить. Не получается. Черт побери. Блин, все. Не успел, не успел я ущем ударить. Все, мне кранты. Я в пламя еще и встал. А, блинский, я не знаю даже, что-то сделать. Мы не сможем на точку зайти. Надо на точку заходить. К сожалению, все плохо в этом плане. Вы прикиньте, стоял тут с блевотиной со своей. Отлично. А теперь погнали на заход. Это наш! Отлично. Черт, меня вытянул. Меня вытянул. И я на графике подлетел. Пожалуй, это единственная проблема, то что я подлетел на графике. Ну, фу, на графике. Так, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Деваться-то мне некуда. Как можно туда зайти? Как можно туда зайти? Да без жертв. По-моему, никак. Только вот так вот на пролом прорываться. Отлично! Пошли вон, ублюдки тупые! И вот так вот. Это была плохая идея вытянуть меня сюда, к вам. А теперь я выпью бутыль. А теперь, ну-ка, лежать. И вот так вот, еще чуть-чуть. А как еще вам? Ай, тебя-то я и не приметил. Отлично, хил. Такс. Хорошо. Отлично! Отлично! Пока что все получается более или менее. Ну, не знаю, что будет дальше. Такс. Да ладно! Вот это был поворот. И Инка прибежал. Вот это был поворот, нифига себе. Просто бабах и все. Ну, кстати, смотрите, видели, да, как мне просто повезло. Вот немножко тактично разыграл и все. На гравике не попал, и все как надо получилось. Пошел в задницу, ублюдок. Такс. А теперь пошли вон. Ах ты ж, черт побери. Такс, ладно. Посмотрим, что из этого выйдет. Черт, не попал ни по кому. Так, давай желтый бутылечек. И... Отлично! Бомбочки рванули. Пошел вон отсюда. Ты че, блин, меня тут? Так, спокуха. Так, спокуха, спокуха. Тихо, 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 тихо. Расслабились. И не спеша огребаемся. Отлично.
Падай. Да ладно. О, там мы точку перехватили. Такс. Вот это уже более или менее. Такс, надо бутыль срочно пить. Отлично. Так, а как тебе вот это? И по хребту. Пошел отсюда, урод тупой. Факов, твари. Накинулись, и он убежал, скотина. Жиробасная. Такс. У меня энергия в нулину. Пьем бутыль. Второй. Такс. Нормально. Живем. Падай. Ублюдок, а? А, да ладно, я пока пытался его убить, я сам зафейлил. Не, нормальная команда попалась против нас, прям конкретно умеющая играть и знает хоть какую-то тактику. А, гномы. Гномы у них конкретно прям веселые гномы, я бы так сказал, потому что... Очень даже... Да пошел ты, ублюдок, я не на ту кнопку нажал, так что тебе повезло. Да-да-да. Я не на ту кнопку нажал, я на F-ке жал. Ладно. Не, ну ты, чувак, ты можешь ржать дальше. Точка-то пока что еще наша. Я не знаю, что это, конечно, как бы и как ты. Но в целом точка пока что еще наша. И у меня есть все шансы сейчас еще прийти и воскреснуть там, где нужно. Такс. Отлично. Давай посмотрим, что я смогу с этим сделать. Да ладно, фак! Я только пришел. В натуре, я не видел эту бочку. В натуре, блин, реально, что за идиоты? Они эти бочки таскают, конченые. Из этих бочек уже всираем и всираем. Что за тупость-то такая, а? Что ж за люди-то тупые? Так. Чутка пофармим. Такс, отлично. Вот так. Танка нет на точке, и это хорошо. Вот тем более еще и сам Берсус выбежал. А теперь кто-нибудь упади. Вот так. И теперь вот так. Отлично. А теперь вот так. Замечательно. Ну, а давай-ка я бутыль выпью. Неплохо. Не было ничем надо скинуть, и вы сами понимаете, что здесь ничего сделать нельзя было уже. Ну, пока что еще есть шансы. Пока что есть шансы. Так что все нормально. Есть смысл прорваться дальше. Да ладно. И каким он боком попал? Я не знаю, что они с этими бочками пытаются сделать, но... Ладно. Пока что про канал.
Посмотрим, что будет дальше. Ну, Инк-то бегает, инки бегают, и это вполне нормально. Так что посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Экс. Инки тоже хорошо прям морг используют. Прям как это положено. На таких картах, кстати, морг реально очень правильный скилл в этом плане. Он очень конкретно будет помогать. О, давай, гном, ну давай, 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 все пучком. Все нормально. Да, под неуязвим зашел, конечно, это неплохо. Скилловные ребята, что еще могу сказать? Против таких вообще редко попадаешься играть. Начнем, пожалуй, с этого. Потому что это реально очень редкость. В наше время особенно. Это мне даже очень нравится. Даже если мы проиграем, эта серия все равно выйдет. Ну, собственно, вы и так это уже знаете прекрасно. Что серия вышла, потому что вы ее видите уже. Мне нравится эта серия. Нет, не так, мне нравится этот бой. Ты суицидник долбанный, пошел отсюда! Давай я пушечку спасу хотя бы. Не, пушечку не спас, я не зацепил до ней. Такс. Нормально, нормально, нормально. Выдерживаем время. Блин, все, пламя. Ты пошел отсюда! Такс, рано. Я слишком рано нажал. Отлично. Вот это было сейчас вообще тимплей реально. Реально был тимплей. Один ударил, второй добил. Так, бутылечек. Вот, блин. А, не, нормально, повезло. Повезло, 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 повезло. Пока что вывозим нередко за счет везения. Теперь их бомбит в итоге. Все нормально. На это и весь расчет. Такс. Так, нужно отойти немножечко. Да ладно, опять эта конченная бочка. Чувак, стой на точке и никуда не двигайся. Мы сейчас придем. Мы сейчас придем. Ты своими бочками достали меня, ей-богу. Так. Отлично. Хоть до меня не достали. Ой, да ладно, мы выиграли. Обалдеть, а я еще и на последнем месте в итоге стал. Чутка меня обогнали. Офигеть. О, ты пышься, не пышься, я все равно на последнем месте. Фу. Нормально. Нормально. Все равно Тиро по-нормальному сыграл. Это не то, что вот этот даун, который бочки таскал, потому что он реально бочки таскал. Ну да, не спорю, в некоторых местах затащили. Но в некоторых местах из-за этого мы не могли зайти на точку по-нормальному. Вот, и один из моментов, когда мы зашли на точку, это был тогда, когда меня закинули цепи, и я не подлетел на гравике. Вот тогда был момент, потому что я отвлек Теслу, во-первых. Ой, не Тесла, отвлек пушку, и с этого и начался весь заход. Фу, в целом бой был такой плотненький, бомбезный, но в целом все было неплохо. Ну а я с вами на этом буду, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ну и, конечно же, делитесь моими видео со своими друзьями. Всем удачи и всем пока!